сегодня мы пришли на один из пляжей Новороссийска и увидели, что весь берег усеян огромным количеством мертвых насекомых, похожих на маленьких мух. Они имеют крылышки, небольшое тело, и все они мертвы. Кроме того, этих маленьких насекомых очень много в самой воде. Они тоже здесь все мертвые, плавают в этой воде, а затем волны выбрасывают их на берег. Очень интересно, почему это произошло, потому что еще вчера этого здесь не было. Что происходит с нашим Черным морем и с насекомыми?